А вот и ночной Гетеборг. Это центральный вокзал города Гетеборга, куда прибывают поезда, электрички. Да. Отсюда можно добраться на любую часть Скандинавии. Да. Тут же рядышком находится автобусный вокзал. А также паромная переправа на Данию, на Германию и на Польшу. Зачекайте, хлопаки! А вот я нахожусь в Clarion Hotel, где идет прямая трансляция по футболу. Идет второй тайм, заканчивается игра Хорватии и Нигерии. Сейчас мы забачим, какой там счет у нас. Ага, счет 2-0. Хорватия выигрывает у Нигерии. Туда больше такая большая плазма в этом ресторанчике. Все желающие могут посмотреть футбол.